празднованию 30-летия независимости Республики Таджикистан специальная Олимпиада Таджикистана в эти весенние дни устроила детям с ограниченными возможностями праздник спорта. Ведь физические нагрузки важны для каждого человека, а спортивные игры для детей-инвалидов – это еще и развитие физической подготовки, демонстрация способностей и умений, а также возможность общения со сверстниками. В соревнованиях по футболу, баскетболу, настольному теннису и легкой атлетике участвовали команды из разных городов и районов страны. Никто из ребят не расстраивается, если даже не выигрывает, ведь для них главное не победа, а участие в массовых мероприятиях, чтобы чувствовать себя членом общества, играть и радоваться вместе с другими. Занятие спортом людям с ограниченными возможностями позволяет интегрироваться в общество. Через спортивные достижения участники специальной олимпиады развивают веру в себя, повышают самооценку, улучшают свои способности, что ведет к их большей социализации и вовлечению в общество. Награды получили все, несмотря на результаты. Ведь для детей с ограниченными возможностями участие в спортивных играх – это уже большая победа. Наблюдая за соревнованиями специальной олимпиады Таджикистана, воочию можно убедиться, как важны подобные мероприятия для особенных детей.